Добрый день, дорогие друзья. Очень часто вы обращаетесь с такими жалобами, как, например, появление в поле зрения, как будто пятно, затуманивание. Или смотрите на линию, она вроде ровная, а вам она кажется извилистой или прерывается. Что это такое? Чаще всего это проблема сетчатки, это внутри глаза. А как проверить это дома? Очень легко. Для этого используется так называемый тест Амслера. Он очень простой. Войдите в поисковик, и в интернете вы найдете тест Амслера. И вот такая, очень простая, вот, фигурка, да, на которой, если вы видите искажение линий, значит, это уже проблема, скорее всего, сетчатки. Вот такая картина может быть. Очень просто. Называется тест Амслера. И сделать это можно дома. И не то, что можно, а нужно. В каждом доме надо иметь вот такую табличку. Она очень простая, еще раз повторяю. Очень просто. И если вы заметили вот такое, такую картину, появление пятна, это уже сразу к врачу. Или искажение линий. Вот видите, искажаются линии. В таком случае срочно к врачу. И скорее всего это дегенерация или дистрофия. Возрастная дистрофия чаще всего макулярной области, центральной части сетчатки. Первое, что нужно, еще раз повторяю, в поисковик и найти тест Амслера. Сохраняйте зрение.